Так, у меня тут развалилась грязная Мира и вылизывается на ночь. Посмотрите на нее. Прямо на моей кровати. Я гуляла в детской комнатке. Ага. И я там встретила моего мальчика. Мальчика, я с ним познакомилась. Он сказал: Алиса, ты больше? Я ему говорю: да. У тебя есть свой канал? Я говорю: да. А он говорит: стоп, я тебя знаю. Понятно. Узнал тебя мальчик. Да. Это приятно, когда тебя узнают? Приятно. Да. Так, ну что, доченька, укладывайся, укрывайся. Что-то у тебя волосы никак не высохнут. Не без одеяла, пока удобно. И без одеяла хорошо. Ну ладно. Три кота включить? Да. Три кота. Всем привет. Алиса проснулась со словами: у меня проблема, мне Мира мешает спать, заняла, говорит, много места и тянется лапами. Я говорю ей: ну, она ж твоя любимая. Алиса говорит: ладно, буду чухать. Мой зайчик мешает спать, сталкивает с кровати. Ладно, буду чухать. Ох и Мира, действительно, так легла нагло. Гляньте, сколько мест на кровати. А Мира так улеглась. Но она к тебе поближе. И мурлыкает, лежит. Давай ее тоже укроем. Может, ее подвинуть? Нет. Что ради любимой не сделаешь, да? Пап, Мирося заняла всю кровать. На одном краешке только лежу. Возле перилки. Да, перелегла ко мне. Как я тебя понимаю? У меня тоже такая же проблема, когда я с тобой наверху сплю. Кто-то занимает всю кровать, а я с краешку. Я тоже занимаю. Ты как Мируся, да, Лис? Вот маленькая Мируся тебя такую большую на краешек стесняет, а ты меня такая маленькая на краешек стесняешь. Ты ж не хочешь с того краю спать все время, да? Алис, видать, это карма. Вот это вся проблема? Да. Больше нет проблем? Да. Ну, слава богу, что только эта проблема. Это мелочь. Так, сидит тут кое-кто над завтраком и говорит: я хоть и не поела запеканки, но чаю я напилась. И думает, что все, я скажу, можно не есть запеканку. А, все, поняла, что все-таки есть придется, да? Чудо мое сладкое. У мохи уже ожирение не знаю какой степени. Каждым днем все толще и толще. Мультик себе выбирала Алиса и говорит: если я выберу страшный мультик, не паникуй, мам. Я его уже видела, я не боюсь. Да. Не паникуй, я мам, говорит. Я его уже два раза. А, ну то мне паниковать точно не стоит, да? Да. Потому что я его уже третий раз буду смотреть. Ну хорошо, я поняла. Не буду паниковать. Самый мой любимый и красивый. У меня будет... Опила. Опила будет в колясочке. Мы собираемся гулять с Алисой. И она выбирает, кого и сегодня взять в коляску. Будет еще Бамбанелла. Бамбалина. Бамбалина. И Бамбалина. Бамбанелла. Хорошо. Тоже уже называется. Она Бамбанелла по-английски, да? Нет, я просто так хотела сказать. Бамбанелла. Надо обустроить колясочку, чтобы было удобно. Ну, обустрой. Давай скорее, потому что нам суточками гулять, а у тебя сегодня с Катей мероприятие. Мы купили билеты еще неделю назад. Там что-то Wednesday, игра в кальмара, что-то там хаги-ваги. В общем, я думаю, Алисе это должно очень понравиться. В нашей филармонии сегодня будет. Купили два билета, ну, потому что дорого, на всех не купишь. Я думаю, что она пойдет с Катей. Катя... Ой, это очень большая подушечка. Тебе нужна какая-то маленькая. Маленькая? Конечно, но не такая же огромная. Малюсенькую надо. Возьми из буквы какой-то, сделай подушечку. Вот чем тебе буква R, не подушечка. А? О, я сделала... О,
точно. Вентиляция фиолетового. Вот это гениальная мысль. Все, пошли гулять. Подожди. Надо еще фиолетового засунуть в подушечку. И туда положить, не забыть моих хмур. Ну, давай, ложи. И убрать за собой. Вот бомбонелло и опила. Ну. И закрыть не забыть. Прекрасно. Подожди. Теперь их солнце не будет палить. Ты их еще можешь укрыть же, вот так вот. Давай. О, смотри. Все. Все, вообще красота. Вот это дети в колясочке. Вот так, чтобы получше видно было. Я убираю птичку, с собой пью. Теперь игрушки. Все. Все, можно умничка. Пошли. Одеваться и идти выгуливать уточек с моими бонбонами. Детский садик бонбон. Так, Манечке завтрак для беременных. Кушай, Маня, кушай. Даже мурлыкает. Боже, мне тяжело их нести. Они еще выросли. Открывай. Да вот тоже, утки-то уже не утята. Открывай. Мне придется нести моих вот этих. Так, идем на солнышко погулять на травке. Стащила сама свою коляску. А там папа с дядей Вовой лесенку нам чинит. Так, Умка, фу. Фу. То Алисины детки. Ну да, папа мне не поставил оградку. А тут Джейска, которая их готова пощипать, да, Джейска? Ой, Тибози, и собаку гладит, и деток качает. Слушай, Умку пора вычесать, смотри, у него уже опять сбивается шерсть. Где там твоя чесалка? Костя заказал на этот батут новую сетку, новую вот эту вот обивку. Да, Кость, обивку что, эту тоже заказал? Вот эту круглую, короче. Будем ждать, пока нам пришлют. А, ну сложно, я думала, его надо складывать. О, тут еще и дуванчики, вообще шик. Спасибо. Да не, не надо, я же здесь. Ой, ой, сами выпрыгивают, сами вылезают, глянь. О, ты уже вычесываешь? Молодец. Да, его зашили. Молодец. Чтобы не убегал. Правильно. А уточки уже травку кушают. Убегай. Убегает. О, коляску завалил. Дети упали. Умка, фу. Не пугай уточек. Тебя боятся, ты большой. А батон вообще на батуте лежит. Умка, фу. Фумка. Не бойтесь, малыши, я тут с вами рядом. Классно на солнышке вам, да? Умочка. Умка, дай им погулять. Давай я тебя пока повычесываю. Василь. Так, надо кулек какой-то, куда шерсть складывать, а то она будет летать по двору. У меня есть идея. Есть идея какая? Смотри. Оттуда тоже улетит. Ну, разве что в совок может. Вот, сюда можно. Держи. Да, я сюда и хотела. Можно. Держи. Держи. Я отсюда высыпала мелки. Хорошо, складывай туда. Папа. О, спасибо, дай. Папа. Папа принес водичку, уточку. Тебе не холодно? Может, курточку с шапкой? Как-то прохладненько. На солнышке-то хорошо, а так у нас 12 градусов. Такой ветер, что я не буду им ставить корыться с водой. Тем более 12 градусов. Если бы еще не ветер. Хочешь посмотреть, как папа с дядей Вовой пилит? Это интересно. Пошли, покажу тебе. Так, утятки, мы рядом. Алечка, бомболина точно будет грязная. Вся наш беленькая. Пошли, покажу тебе, как дядя Вова пилит с папой. Все, лестницы нету. Делают новую лестницу, дочь. Ну, а Умке интересно. Мам, пойдешь? Да. Ну, ты ж лазить не будешь? Нет.
Не, слазить не надо. Мам. А как ты будешь слазить? Вот это я. Ты можешь посмотреть, как пилят. И все, слазить не надо. Нет. Там, смотри, летят щепки, можно пораниться. Лесопилы делают новую лестницу. Интересно? Да. Ну вот, так и знали. Умка-фу, забирай у него. Умка-фу, отдай. Умка. Отдай, отдай. Теперь ее стирать нужно, неси домой. Прозевали игрушку. Ему и утки не нужны, ему об эту игрушки погрызть мягкие. Ай-яй-яй, какой Умка. Под батутом от солнышка, чтоб жарко не было, да? Умка, ты такая собака. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Лимоша хочет к нам выйти. Лимошка. Лимончик, привет. Я бы тебя выпустила, если бы знала, что себя будешь хорошо вести. Ты, наверное, уточек хочешь тоже, да, достать. Умка-фу, туда не лезь. Нельзя. Ну вот, напугал уток, они перевернули корм. Умка-фу. Умка. Умка. А ну на место. Ты хочешь, чтобы тебя закрыли, Умка? Умка. Мама. А. Смотри, что я делаю. Так, придется попросить, чтобы Надя воды налила из колодца. Мама. Что ты там делаешь? Пишешь? Да, смотри, писала мама. Ух ты, супер. Мама. Да, я знаю, что ты уже пишешь. И мама, и Алиса. И даже свое имя пишет бабушка. Алиса. Уже очень быстро и хорошо пишет. Это папа. Угу, умница. Все лучше и лучше буквы бабушка. Получаются. Батоша балдеет. Вот для него батут постелили. Прям ему понравился. Сейчас наш котик испугается. Ага, такой не испугается. Умка, даже не думай. Умка, фу. Умка, фу. Сейчас Валерий закрою непослушного. Умке только сказала Валер, он тут же спрятался под батутом. Хороший. Хороший мальчик, хороший. Умка. Хорошенький. А где его игрушки? Может, поиграешь с ним? Где его этот кружочек? Умка-фу. Умка-фу. Где? Умка-вальер. Умка-вальер. Вальер. 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 Я защищаю. Молодец. На них нет? Нет. Сейчас Даша им нальет водички. Я дала ей мисочку, да. А то они перевернули. Алис, иди, наверное, домой, возьми куртку и шапку. Плохая погода. Розовую куртку и шапку какую-нибудь. Оставь, я посмотрю за коляской. Мне этот ветер совершенно не нравится. У тебя там нравится. Нате, вам Даша воду передала. Да они уже утки, глянь. Причем белые уже вообще становятся. Смотри. Красавцы. Красивые, да. Да, они такие хорошие. А Умка вон тоже ими интересуется, видишь? Все, напились. Ушеки. Потом, когда Катя с Алисой будут уезжать, то я их закрою уже на улице в их клеточку. Умка, да что ж ты такое делаешь постоянно, заяц? Тебе скучно? Ну, трэш.
Просто трэш. Ну где ты сейчас это взял? Ну ж было где-то спрятано. Алиса ж спрятала его. Балбес. Все вечно сгрызет. Теперь Батоша под батутом. Не соскучишься с вами со всеми. Вот здесь он взял. Вот сюда положили в серединку. И достал же. Сейчас пока на окно поставлю. О, Костя с Владимиром Ивановичем там уже что-то прибивают, опору для лестницы, наверное. А потом будут ступеньки. И умки же надо, ему же все интересно. Сует голову. Сейчас еще оближет их там. Так, Батоша, ты уточек не обидишь? Кушайте, одуванчики, кушайте. Свеженькие. Боже, это вообще не утята уже, это вообще утки. Как они так быстро выросли? Вот моя умница оделась, даже перчатки надела. Ну все, теперь точно не замерзнешь. Иди шарфик поправлю. Хорошо. Теперь мне тепло, теперь точно не заморожусь. Да, ну потому что на солнышке, конечно, тепло. А только в тенек зайдешь или только ветер подует, и сразу же холодно. Сейчас попробуем. Правда холодно? В теньке холодно, да. А на солнце хорошо. Да. Пойдем посмотрим, что они там стучат, или еще рано? Подожди, хороший утенок. Смотри, как батону интересно. Наступили в воду. Смотри, чтобы они воду опять не перевернули. Ты чуть-чуть плохой. Так, реактивный Петя. Умка! Умка! Вольер! Так, вольер. На рукавице. Ничего страшного. Вольер! Закрой его. Вольер! Вольер! Умка! Вольер! Умка! Давай, вольер, умка! Вольер! Ладно, все, он улегся. Сказал, больше так не будет. Перелазит заборчик и залазит к уткам. Видали такое? А я буду делать все хорошие дела. У них только головы желтые уже остались, глянь. У них даже уже белые крылья растут. Да, вижу. Представляешь, у них будут крылья, они даже улететь могут. Да. А я буду заниматься хорошими делами. Моя умница. Чтобы у меня была грязная тут. Хорошо. Умке жарко. На Надиной дорожке. Молодец, помощница. Умка только что чуть не украла одеяло. Нет, стирать. Да? А? Ну вот тебе правда. Да. Уточки. Уточки боятся стука. Уточки боятся стука? Боятся стука, да, уточки. Не надо, они тебя тоже боятся. Тогда быстро не залезай, потихоньку. Умка, смотри, он за тобой идет к ним. Плохой мальчик. Все, теперь я тебя придержу. Все, мне надо делать. Идем по еде. Все, придется умку закрыть. Все, умка, сам виноват. Вольер. Ой, иди, Вольер. Сам виноват. Выходи, Лисочка. Давай быстренько закрываем его. И давай. Закрывай. А что, палочка потерялась? Что это за новая конструкция такая? Непонятная. Все.
Что? Что? Джессика бегает, а вы ушли. Где? Я не вижу Джессику. Алиса, иди уточек. Алиса, иди уточек охраняй. Вон Джессика. Джесси приближается теперь. Лимош, привет, Лимой. Ой, видите, какой толстый, ты уже прогнул совсем это, эту железяку. Не ожидал, Лимосик. Лимосик. Лимосик, мокрый носик. Что? Ага. Для активного Петя? Лимошенька. Лимош. Скажи, что ты ко мне без вкусненького, да? Алис, вынеси ему бананчик, я ему скормлю, пожалуйста. Хорошо, принесу еще что. Спасибо, да. Батон лучше всех. Лимон бы, наверное, хотел быть батоном. И ходить по всему двору. Я помню, какие маленькие, они так быстро выросли. Ага. Вы уже почти все одуванчики съели, да? Скоро вас передвигать к следующим одуванчикам. Я случайно дырочку выпустила. О, это плохо. Ну ладно, ничего, давай. Вот, спасибо. Банан. Ты пока уток от Джесси защищай, я пойду лимонок покормлю. Хорошо, да? Так, ты сейчас на меня будешь рычать, а с вкусняшкой. Сейчас, Алис, погоди, я лимона покормлю. Да батон все время на батуте. Он считает, что это для него поставили. А, он ждет, чтобы Алиса попрыгала, да? Не. На, лимон. Бери банан. Бери бананчик. Ты смотри, какой злой ты сегодня. На, я тебе вот тут его поставлю. Хочешь, ешь, не хочешь, не ешь. Как хочешь. Вредный лимошка. Алиса дает Даше погладить уточек. Идем обратно. Возмущается. Ага. Они просто хотят вместе быть всегда. Только одного заберешь, он сразу так зовет остальных. У них связь родственная. Так, ладно, я его соберу. Хорошо. Может, холодно что-то. Давай, 12 градусов. Холодно. У Алиса, если упадет с батута? Для него высоковато. Так не надо. Ох, даже через рукавицы царапается? Да. Больно. Ну, не таскай, пускай сидят, кушают травку. Вон, играй с колясочкой. Так и забрал. Да что ты на меня рычишь? Бананчик дала. Забрал. Так твоя лопатка в гараже. В гараже лопатки ты вчера занесла. Ну, весь достал. Хорошо. У енотов на лапках располагаются чувствительные рецепторы. Они очень любят
все потрогать по этому лапами. Ну, вернее, им прям необходимо все потрогать. Еще в шкурке что-то ищет. Джесси умная, да. Решила, что ее вольер закроет, спряталась в будку. Ой, злой. Злюка. Там что-то стучат, скажи, пилят. Да, тут ходят. Злюка. Бананчик бросил. Слишком много интересного происходит. О, здрасте. Алиса нашла гироскутер в гараже. Ну, аккуратненько только катайся. Вот взрослая девчонка уже. Так, где я только что батона видела? А он, наверное, в гараж зашел. Вот такая у нас жизнь, когда мы выходим гулять во двор. Каждый день мы, конечно, это не снимаем, но приблизительно вот так происходят наши прогулки. О, банан упал. А, нет, кусок банана упал. Не весь. Распробовал немножко. Видимо, вкусно. Это, кстати, банан из тех, что вчера мой папа привозил.